сети гуляет очень много видео о том, как горячая вода на морозе превращается в пар. А вот готовы ли вы к этому видео, когда на неработающей печке летом в Сибири готовят яичницу? Всем привет! У меня есть казан-мангал «Сибирь» от компании НМК. Эта печь в данный момент не работает, дыма никакого нет, но есть обычная сковорода, есть чугунная плита и есть куриное яйцо. В тени сейчас 32 градуса, и я боюсь представить, сколько сейчас на солнце. И попробую зажарить яйцо на неработающей печке. Тридцать два градуса в тени. 5 минут прошло, и уже яичница почти готова. А печка не работает. Вот выход дымохода. Вот что внутри, мусор у нас лежит. Вот так вот. Почти готова яичница. Посмотрим, что будет еще через 5 минут. Слушайте, ну не прошло и 10 минут, и вполне себе неплохая глазунья получается. На неработающем казан-мангале «Сибирь» в сибирскую жару можно приготовить отличную глазунью. Казан-мангал «Сибирь» и другие товары для приготовления вкусной еды на природе на сайте farnax.ru и в магазинах «Фарнакс» в городе Новосибирске. Я желаю вам теплых и ясных деньков. До новых встреч. Счастливо!